Всем привет, с вами это я, Айдар, и сегодня... Сегодня мы поиграем в симулятор. Давайте дойдем мы до самого конца и посмотрим, что же все. Посмотрел, я все понял. Нам нужно уничтожать вот таких вот солдатов. Нам нужно линчиков. Тут очень много военных. Перебор даже военных. Вообще самый перебор. Пошел вон. Да пошли! Уйдите! Что, ничего не поняли. Не, они ничего не поняли. Мне вот через этих надо пробраться. Они очень опасны. Они супер опасны. Мне уже новое оружие. Ладно, давайте откроем новое оружие. Мне уже новая броня доступна. Ну, прикиньте, уже новая броня доступна. Да ладно. Ну, ребята, как вы знаете, я читы тут не устанавливал, но такое предчувствие, что я их наоборот устанавливал. Ладно, давайте купим. Неохота. Давайте купим мы лучше оружие за 500. И побежим. Давай. Вау. Ну все, вам полный конец. Давайте. Ах ты, ёлки, ты меня спалил. Ты знаешь, что ты делаешь. Ты играешь с Айдаром Ханом. Они не знают, с кем они воевают. Они воевают с самым легендарным бойцом военным Айдар Ханша. Да пошел ты вон! Они воевают с самым лучшим военным во вселенной. Айдар Хан 16. Меня лучше нет. Ой. Бросаю слова назад. Я легенда номер 17. Ой. Иди сюда, я тебе сейчас О, уничтожил. Ой. Мне новое оружие доступно. Да ладно, Айдар, как всегда, читер номер один. Да что мне уже любимый? На тебе. И на. Ой, это что там еще за немцы? Они что, они могут? Слышите, вы? Они не знают, с кем они сражаются, ребят. Напишите в комментариях, с кем они сражаются. Они сражаются с Айдар Ханом 16. Вот кто будет со мной сражаться? Да это кто? Так, проверяем, чтобы никто за мной не бежал. Вот такие. Пошел вон. Я что сказал? Пошел вон. Еще давайте, крысу, давайте, идите сюда. Ноги, ну, так причувствую, что я в реальной войне нахожусь. А, помогите, да тут нет, просто номер один. Всех надо мочить ее. На тебе, просто люк закрыт. Я полетел. На тебе. Что там? Кто там еще? Идите на меня, я ничего... Ай, да уйди ты от меня! Он не знает, на кого он навязывается. Они оба не знают, на кого они навязываются. Они навязываются самым великим. Ребят, я тут, короче, читер уже 2000 монет накопил. Но, знаете, ребят, как всегда, читер. Спасибо.
Я знаю, тут один кусочек. Так. Крыса, смотрите, крыса там. Ой, это не, на меня не лечит. Ой, я не заметил его. Пошел вон. Я сказал, что я тебе сказал. Вот так вот бы. Как бы... Ёлки! Ребята! Убиваешь одну гопу, появляется у тебя сзади другой. Да уйдите вы отсюда! Я сейчас в голову не стреляю. Я серьезно, ну что? А что, думаете, я шучу? А что, думаете, я шучу? Вы что, думаете, я шучу? Нафиг! Что это было? А ты что, думаешь, я реально шучу? Ну, пацан, реально переборщил. Здорово! Вы живы? Я думаю, они вообще... О, боже мой! Че? Ладно, давайте, смотрите. Ну, ой, Дара, как всегда, 4, да. У меня всегда 4. Можете не бояться, у меня всегда 4. Я хочу купить. А как мне купить? Мне 14. А я сколько килл сделал? 42 килл. Дайте мне купить. Алло, хорошо. Дайте мне купить, пожалуйста. Слышь, ты дай мне купить что-то, как покупать. Тупую броню купить, я уже 14 килограмм, даже переборщил чуть-чуть с килами. Ну, дайте мне купить. Ребят, напишите в комментарии, как мне купить. Как мне купить вот эту вот ерунду. Я не понимаю. Что? Это у нас что? Это у нас что это? На тебе. На, попади, чё дробаш? Так, вам дробаш нравится? Мне что-то нравится. Как будто дробаш номер один. Давайте, мы должны друг другу помогать и всех убивать. Дробаш, мы реально... На дробаш. Ребят, если что, я играл в игру Шлифы. Я так очень-очень долго играл. А там уже стал мастером. И можете меня там встретить, да, можете. Я уже, кстати, забил на нее, но иногда я захожу и играю. А вот вы можете иметь в этой игре стрелять. Ничего, я стреляю! Смотрите, по обычным солдатам я просто их вырубал, просто изи-вами здесь. А вот этих я потяжелее. Голову стреляю, а что ты думаешь, а что? Ой! Дайте мне уйти отсюда, так, Паша, пулеметчик, меня видишь, пулеметчик. Да, меня уже. 1888 год, тире 1911 год, ничего себе. Неплохую я жизнь провел. Как это тут? 2 гейма! Что это? Что это? Может быть, еще чем. Всё, я понял прикол военных. Я реально понял прикол военных. А вот, пойдемте. Тут мне интересно. Аж. Так, это... Три кани! Я три кани смогу. Мне нужно
еще парочку. Вот так вот, поделать еще не нужно. Вот так. Ну, ребята, игра прикольная, если хотите, чтобы я сюда! Сейчас мы убьем фашистов. На тебе, что фашист. Сейчас мы... Чё стоишь? Давайте! Да помогайте мне! Пожалуйста! Помогите, помогите. Я сейчас дубинку на тебя! На! На! На кого еще? Иди сюда, давай, давай, да. На! Иди сюда! На! Иди ты сюда! Да ёки! Да чё там? Вот! На! 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 Вот это я! Ой! Вы чё сюда спецназы привезли? Я не понимаю! Сумасшедший! Сейчас мы его. Так, а ты что за мной ходил? Ходил. Там еще одного везут. Не, они реально сумасшедшие. Боже мой! На тебе! Ой! Чё? Не, ребята, короче. Давайте вы поставите 4 лайка. Новая серия в описании есть. До 10 лайков. Ну, 1 лайк. И до 10 лайков, если наберете 10 лайков. 10 лайков, то, ну, как вам сказать, я пройду на ленте игру, если вы наберете 10 лайков. Пошел вон. Да вы что, издеваетесь? Ну все, и мир просто... Ой. А, такой уж не страшный. Всем удачи и всем пока. А с вами был Айдар. Всем удачи и всем пока-пока. Я пока вроде бы 3 раза сказал. Удачи.